Я постарался в своем докладе сформулировать и сконцентрировать внимание на тех проблемах, которые мы имеем. Они есть очень крупные, а есть очень мелкие. Да? Мелкие – это что? Это обыкновенный общественный туалет. Да? Это комфортная среда для маломобильных групп. Но, а есть проблемы глобальные. Это пропускная способность пунктов пропуска. Это неприспособленность наших портов. Поэтому есть у нас, к сожалению, ряд особенностей законодательства и решений правительства, которые не позволяют в настоящий момент развивать туризм в том направлении, которое бы хотелось. Я в своем докладе именно сакцентировал внимание на этих проблемах и пути решения их.